Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за кхмеров против 6 соперников. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео имеется. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра! Ну, пока я ничего не буду менять. Пока ничего не будем. Хотя, надо бы караван, конечно, отсюда сюда отправить. Может, мы его купим? Ну, так-то 20. То есть мне сотка нужна. Раз, два, три, четыре. Пять у меня прачников, да? Да, то есть мне сотка по-любому нужна для апа. Этот явно будет 120 где-то стоить. Караван. Не, 95. Слушайте, давайте, наверное, куплю. Последний сложный ход. Или кому-то, наоборот, золотой выйти. Антонит выйдет золотой у нас? Что-то золотой идет. Что-то не похоже. Выиграть там уже 17. Немного осталось. Немного — это 7. А 7 там много. Но учитывая, что 17 уже набрал, то уже не так. Сколько там дается? Да, 5 очков дают за то, что все встретили. Почему он хочет эту... А, ну тут, да, я понял. Почему не железо, а эту? Конечно, не зря. Мне повезло, у меня всех разведчиков варвара убили. Так, стрельбу звука открыл. Ну, давайте орошение начнем. Потому что надо ж обработать будет. Силы. Кореец, ты этот лагерь между нами убьешь? Или мне надо заняться? Сейчас захвачу, он уже убит. Хорошо. Не хочу этих варваров трогать, честно говоря. О, колясочки у Лёши пошли. На кого же они пойдут, интересно? Корея, Рип. Мы не против же слонов идти. Именно, что мне Корея не мешает, а вот Индус мешает, поэтому... Так, вольнодумство... Давайте, наверное, каждый район. Так, теперь там будет черная карточка. Что я буду брать? Наверное, все юниты ближнего боя. Плюс 5 к боевой мощи. Там уже первый слон построился. Инвикту за кого играет? А, это за Францию, да? За Савон. Так, кто за Корею? Серж. И где? Где наши самооны на плюс 10? Он боится Лёшиной мощи. Сижу, не высовываюсь. Не
Неужели реально индус... То есть индус думает, что меня остановят его слоны. То есть у меня вот тут развиваться некуда. А я должен думать о том, какие там у кого юниты. При том, что индус просто сидит, нифига не делает, судя по всему. Индус даже вообще вот в этих техах до сих пор. Прикол. Да, мне походу сейчас не будет хватать денег на самом деле. Плохо, и железо я не могу обработать, я не хочу покупать. Это, наверное, зря я покупал. Ну, мне нужен был торговец, но надо было его построить, а не покупать. И зря сюда пошел, надо идти табак обрабатывать. Да, у меня будет на 4. Блин, и они будут требовать содержания, вот в чем проблема. Пойду-ка я по дороге индусской. Возвращаемся, чтобы обработать табак. А сколько ходов вообще этот? Когда я заключил... Ну, сначала с Кореей... Нет, или как раз сначала с Ганди. По-моему, сначала с Ганди я заключил дружбу. Но 30 ходов, по-моему, длится. Блин. Долго. Просто долго. Ну еще коляску. А я, кстати, не могу пока черную карточку использовать, потому что у меня не открыто правительство, куда я его могу запихнуть. Мне некуда всунуть. Магнуса или Виктора взять? Наверное, все-таки Магнуса сначала. Ну, Стоунхендж, ну, всю мне стратегию поломал индус своим городом. Да это дружба долбаная. Нету никаких тут инфы.
бог кузницы. То есть индус собирается юниты строить, если что. Тем не менее, особо юнитов у него нету. 3-3. Да, блин, ты хоть не заключай дружбу так вначале с людьми, потому что видите, как неудачно. Не могу войну, то есть я бы уже на самом деле объявил ему войну давным-давно. Но не могу. Блин, таймер. Юниты не хочу строить уже, блин. Колесницу храм Артемиды. Пойду я на записи видео посмотрю, когда я дружбу заключил с индусом. Блин, ну вот плюс 5 не могу получить. Ладно, давайте монумент. Как-то уже культуру какую-то делать. Проблема в том, что я АП еще... пращников и лучников повышу содержание, поэтому я держу пока. Так, ну тут Магнус, надо будет вырубить лес, только открою деньги, поставлю район и вырублю лес для района, чтобы деньги получать хоть какие-то. Действительно, у индуса слоны, вот в этом проблема, что он может сейчас слонов настроить. С другой стороны, этот город берется, и это без вариантов. Ну вот Виктора надо будет сюда. Что ему далеко сюда юнит, я просто апаю тут в лучников, вот эти юниты, которые тут стоят, обстреливаю, да. Ну и колясками помогаю. Ну не знаю, вообще так все через одно место, откровенно. На 15-м ходу я заключил дружбу с индусом. А, ну по идее она на 20 ходов. То есть следующим ходом дружба должна завершиться, я так думаю. Thank you.
Ну, чтобы не ожидать атаки сзади. Так, тут мы ждем, в общем, один ход для вырубки леса. Чё, фантом, ходили бы, смотрели территорию, чё ты как? Что-то мне не очень хочется. Показывать свою территорию? А что там у тебя такого? Что он, что скрывает Египет на своей территории, а? Все скрывает. Вот это уже космодром достраивается. Показать все, что скрыто. 20 ходов, интересно, дружба или больше? Может, 25? Блин, вот это тупость, которая не показывает, сколько ходов что длится, это плохо. О, луки пошли. Да, будет война. Эти 0, плюс 0,4 всего лишь ускорение. Да, закончилось. Здорово. Очень редко такое бывает, конечно, но... Но бывает. Египет, чекни предложку. Египет, а мог же, а я бы мог тебе с этими варварами помочь, если бы ты мне границы открыл. Это я уж как-нибудь сам. Слоны. Здорово. Что там у них за способность? Сдох. Лучник. Ну, жопа, короче, тут. Жопа. Минус 5 к боевой мощи всем соседним вражеским юнитам. Тяжелый кавалерийский. Уже 40 защита в Индии. Это уже слоны? Да, он купил слона. Ну я что же не дурак. Слушай, Крец, у тебя там вроде тоже войска есть. Есть. Еще у меня есть дружба. А долго? 30 ходов. Ну что ж ты за это, а? Слушайте, вы просто не видите, как индус город поставил свой. Просто я не собираюсь индуса выносить, мне надо, чтобы этот город тут не стоял, и все. Я догадался. Он город, поставив свой город, это считай, он сразу объявил мне войну. Город нелепый, я согласен. Ну, ты сам, так сказать, виноват тоже немного. В смысле, я виноват? Очень... Ты привел сюда поселенца, вообще хрен знает откуда. Ставить сюда город, это просто настолько странно. Причем тут радиус? Причем тут радиус? Тебе идти туда клеток 8.
Третий радиус. И что ж он третий радиус? Тебе идти туда фиг знает сколько. Фиг знает сколько, не надо. Треть... Ну, чтобы вы понимали, третий радиус — это через море у него третий радиус. А не потому, что он рядом с его столицей находится. Может, он боится, что ты приплывешь к нему? Конечно, у меня нету городов на море вообще никаких, я не собирался на море ставить. Ну, выбор действительно очень странный. Ну, я вижу речку, морской город, у меня все на море изначально. Логичный вывод — ставить сюда. Я ж не видел Лёшу изначально. У меня уже поселок не стоял. То есть ты ничего не исследуя, поставить туда город. Ну вот, получай. Это видео выходит при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru. Игра сейчас в открытом бета-тесте, там появляется много новых фич, например, общий космос, в котором находятся вообще все игроки. Так что заходите, регистрируйтесь, ссылка в описании под роликом, и используйте кодовое словосочетание «Лёша играет». Здравствуй. Я уже обстрелял. Так. Что-то мы не были к такому готовы. Надо Виктора нанять. Против кавалерии может взять. Надо постепенно ему тут юниты уничтожать, конечно. Блин, варвары. Сам с ними Египет разбирается. Ну реально, ну это просто, ну как-то... селиться мне негде. Индусские вару, ну блин, что сделать? 204, 254. Феодализм. Так, лучники походили. Я очень неудачно сюда лучником встал, прямо скажем. Ой. У меня цива крашнулась, там паузу нажмите. 100, ну, 100 голды у меня сейчас нету, но я могу тебе пообещать, что я тебе сдам эти 100 голды. Ты понимаешь, я тут напал юниты. Просто город, ну этот поселок — это промка же. Мы как бы не против отдать, но хотя бы возместить. Ну, я хорошо, не могу остановиться. Я тебе, более того, я могу тебе дать какой-нибудь, например, ресурс наоборот лучше, чтобы... Ну раз у тебя там ресурс есть, то я тебе дам ресурс. Last of Melody и этот ресурс, который в этом городе. Понимаешь, я хочу этот город уничтожить и по-другому поставить. Поэтому я из этого города тебе просто не смогу дать сразу.
Мне не нужен он на море, например. Вот ты его ставил на море, а мне он на море не нужен. Я его поставлю на реке, чтобы он не стоял на море, как раз не будет тебе никакого, ну, угрозы от него. Ну, у меня, кстати, есть предложение, ты можешь купить клетку от столицы вторую. Подождите, кстати, вопрос. А если ты этим радиусом дотягиваешь? А когда... Дотягиваешь до ресурса и забираешь его. Не, ну город мне все равно ставить надо. Кто еще загрузился? Да отвечаю, Австралия, 100%. Он тут спрашивал, что это никто не основывает. Ну, я на самом деле реально удивился, типа, вообще никто. Как бы обычно, для защитника веры такое сражение постоянно. Все рашат веру. Так, ну, надеюсь, я тут записал наши переговоры. У меня промки нету. Мы договорились на то, что я захватываю этот город, уничтожаю его, ставлю свой, при этом даю индусу какой-то ресурс роскоши. И 100 голды. 100 голды не сейчас, потому что у меня просто нету денег, а чуть позже. Ну, иначе получится, что он постоянно в войне. У меня сомнение, что с наличием вару мне будет тут легко. Не хочется юнита ни ему, ни мне терять, видимо. Поэтому вот так. Не, ну я просто вижу Лёшины места, допустим, сейчас. Я понимаю, что он, скорее всего, упорит. Ну, еще до этого. Не скорее всего, это просто у меня единственный вариант. Вот и все. Так, давайте, наверное, тогда содержание юнитов поставим. Мне как бы тоже не хотелось с собой воевать. Пока на другие там райончики крепают. Тогда пока Виктора не будем брать, возьмем логистику избытков. Батареи нету чего набрать? Нет тут ничего в этом углу. Ой, ну это все подпил. Уже ход закончился. Инвиктус. Вы загрузился. Слушай, давай ты следующим ходом только индус как-то в сторону свои войска, чтобы я мог лучниками подойти и город обстрелять. Да. Надо было вон в другую сторону пойти. Ну ладно. Понимаю, ты хочешь на клетку правее. Да, да. Просто у меня, видишь, столица такая, что она уже на море, и ставить ее не на море, это быть без воды совсем. Я не вижу твою столицу, я вижу только клетки, ну, в смысле, границы вижу. Еще на таком полуострове, словно бы реально. Нахожусь в географическом месте Индии. Ну что, у тебя вот нету там территории разве? Вообще никакой. Там поджимает меня Стокгольм, причем упорно. Захвати Стокгольм как раз. Ну, вариант. Боже, ты еще лучника построил в Чинае. Фак. Я забыл переключить. Резкие, подорвались сразу в сторону моих войск. Серьезно? Военный лагерь в сторону Австралии. Он был там до того, как я тебя увидел. Он был, а тебя не было. Давай жить дружно. Что ты там в Чинае делаешь? Ну я просто поставил монумент, чтобы хоть что-то строилось. Он все равно 4 хода.
может дальше пойти, какой Египет, повоевать. У нас у меня армия есть. Ну, с одним удовольствием, наверное, из-за войны. Да, минус два усталости. Разведать, что тут, может, что да, там губернатор это выставит, он хоть. Что ты говоришь? Губернатора убрать тоже стоит. А, ну да. Не, в принципе, ты там мог долго защищаться, естественно. Еще не факт, что я бы в город взял, но... У меня просто нету выбора, я бы долго это все делал. И мне нету смысла, ну, видишь, мир заключать. Видишь, дело в том, что если был бы смысл мне продолжать воевать, если бы Корея бы еще с другой стороны подошла. Но Корея с тобой дружбу заключила. Ну да, смысл, мы так ходов 20 воевать можем. Ну да. К тому же я бы сейчас начал еще лояльностью давить на твой город. Все-таки два города вокруг твоего. Давай, отходи, вот вару, лучник. Блин, почему у меня все такие места удачные? Где не хочу поставить район, самый важный, везде какой-то долбанный ресурс спрятан по итогу. Вообще бедово, что нельзя районы на ресурсы ставить. Города можно. Есть апельсинки на трейд. Помогу. Гипс нужен? У тебя же деньги. А, мы же тебя не видим, да. Фига себе. А, из-за несчастья. Привет, вот, лояльности. И что ты, француз, с галапагосом даже в город не поставишь? Веду. 140, 200. Только я слышу, у кого-то чудо рядом, Самое странное, что именно твой город падает, Лёша. По лояльности. Это потому что несчастье. Ну да. Не надо быть несчастным, надо быть счастливым. Ну, у меня тоже несчастье, как ни странно. Ну, Шиюнь ты терял. На своей территории причем. Или рыцарей дождаться, и тогда уже на Египет идти. Сколько у меня колясок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь колясок. Да, наверное, так и сделаем. Давайте сразу к стриме. А феодализм у нас где? Я ни одного города-государства, кстати, не нашел. Ни одного. Цель объявления войны — строительство 6 ферм.
наконец. Сам вон. Ну, ты прям следишь за Кореей. Ну, интересно же, когда я уже пора ее. А у тебя уже два этих коммерческих. Нет, у меня их ноль. Ну да, а торговцы у тебя просто тактика. А кто еще сосед Ой, кто еще сосед Кореи? Я. Если и больше никого. Индус приехал сюда и посмотрел бы, ты, может быть, понял, в чем дело. Ну, вот так вот. Чудо, кажется. Чудо? Ну, тогда ясно. Да, тут фигово, наверное, город будет ставить. Где-то реально еще город из того, что я... Ну вот тут, конечно, но... печально. Так, мир только через три хода можно заключить. Он что, убьет у меня тут дуболома? Варвар, интересно. Как-то странно усталость от войны распределяется. Было только в двух городах. Вот в этом, который ты снес. И в другом конце. Ну, они в самые населенные распространяются изначально. То есть, в первую очередь, поражает несчастье у тех, которые больше всего населения. То есть, если у тебя города 6, 5 и 4, то первый будет страдать от несчастья город, в котором 6, потом в котором 5. То есть, в первом будет 2 несчастья, во втором одно несчастье, понимаешь? Вроде логично. Чуть-то египетские города такие сочные. Так это Риги. Ну, ты их поставил практически сразу. Я имею в виду Крылану туда, блин, какие-то дикие совсем. А, так это ты столицу имеешь в виду? Да не, в обычный Мемфис. Ну это же способность Египта, он уже там тебе дает. Плюс 2 золота, плюс 2 еды. Поставить все-таки тут город. Блин, минут 6 лояльности из-за чего, интересно? Тут чей-то город стоит или что? Странно, тут минус 5. Блин. Видимо, тут придется город поставить. Вот этот, который я строю. Да, плохо. Все очень плохо. Зажат я оказался между соперниками. Нету развития. Мне надо будет кого-то захватывать. Как там у Кореи с наукой 15,7? Немного. Так, а мой уникальный юнит где? Вот, в военной инженерии.
еще меха. Ну, слушай, Алеша, я смотрю сейчас на столицу индуса, и у него выбора-то особо не было. Почему не было? Он мог поставить ближе к себе, а не везти сюда на реку. Он тоже может на побережье поставить там, где пшеница. Не, на пшеницу я не могу. Почему? Потому что уже второй радиус. Ой, вон третий радиус города. Я только в четвертом могу. Это в лесу вот. Около пшеницы. Просто это далеко город находится, когда он сюда вот этого привел. Я морской держал. Это все близко. Один ход. Блин, может сейчас напасть реально на Египет. Вообще 17 только. Что у него с силой армии? 130. Сейчас скликну. У меня 28 атак, у него там армия, это... Надо было играть за Шотландию какую-нибудь. Столица плюс 7. Шотландия? В смысле? Ну у нее же бонус за счастье. Ладно, я отменю тут строительство. Я говорю, у меня столица плюс 7 счастья. Вселенцы? Это Шотландия у меня же была. Блин, я хотел тут вырубить лес строителем. Войну никто не объявляет. Ну, за Шотландию бы тоже грустил. Некому освободительную войну объявить. Тут надо будет научный лагерь ставить. Вообще, очень непривычно играть без разведки. Ко мне люди приходят. О, привет, Али. Привет. Радуйся, что он нормальный век не свалился. Ну я радуюсь, конечно. Сквозь слезы. А что там, кстати, эта черная карточка на... Это радость со слезами на глазах. Что на... Что минус? Юниты не речатся с... А, это фигня. А Египет в какой... В нормальном веке. Отлично. Коварный Египет. Отлично. Что-то замышляет. Да, когда... что он там что... делает? Это когда нечего придумать. Ну это, готовится к выходу ядер. Строит тему ядер. Уже придумал, кого кидать. Два эти города, наверное, можно. Не, на самом деле, я просто думал, что он останется за своим горным хребтом, а он решил селиться выше. Почему бы и нет? Ну это всего лишь на одну клетку, я просто ближе не могу. Египет, чтоб ты не расстраивался, я тебя предупрежу, что я этот лагерь захвачу. В принципе, мы можем, конечно, поделиться с золотом, если хочешь. Неплохо. Египет, о, халявное золото. Не, но он его обстреливает, он помогал как бы. Все-таки. Сначала этот копейщик ударился об моего лучника, а не его дуболома, а потом я его еще и обстрелял, я тут даже не знаю, кто больше работу сделал. Вот тебя два лагеря уже за игру выводят. Я там еще ресурс добавил, что ты, я же обещал тебе ресурс. Делиться будем. Так предложи Египет. Сейчас.
Ребята, ходим побыстрее только. Еще 40 человек. Вот. А тут юнитов. Вообще-то. Я вообще. Вы там сидите. Не воюете нифига. Ты же уже замирился, Алексей. Ну юниты-то не делись от этого никуда. Ну, распусти, зачем мне? А, хорошая. Я чуть не догадался. У нас так в игре Греция юниты распустила. В итоге рип через 10 ходов был. А, кстати, в той игре, где ты. Где типа мы не доиграли. А как кто там распустил юниты? Ну он. Короче, он объявил мне. Ну, против меня кризис прогнал, он объявил мне войну, приняв кризис. И распустил юниты. Зачем-то, я не знаю зачем. В итоге такой же кризис прокает против Рима, и он его тоже принимает. А у Рима же флота до хрена было на карте современного. Ну, тот не дурак, от Японии сразу к Греции поплыл. Так, плюс 2 влияния и плюс 5 к боевой мощи. Слушай, Египет, твои караваны в какую сторону двигаются? Правильнее. Стокгольмскую? Ну, один туда, да. Квест же. Ходов 8, от 10 до 16, окей. Вы понимаете, если сейчас отказываюсь от торговца, то нам следующего ждать 18 ходов. И что? Бери, значит, бери. Я думаю, быстрее ощутимо будет. Люди сейчас подтянутся, тоже настроят. Я спас вас от ожидания. Еще второе ожидание будет. Не, просто я посмотрел, что у меня есть какие-то три клетки, которые я хочу забрать. Да, сейчас будет второе ожидание, если кто-то внезапно не захочет. Египет, а у тебя город над караваном, который в сторону Стокгольма идет? Ну, ты Карфаген видишь? Нет, я вижу такой караван. Ну, Карфаген в двух клетках над караваном. А справа от Карфагена в трех клетках мой город. Ясно. Я просто вижу тут. Нельзя поставить город на реке. Ну там халявы не будет. Они, конечно, будут отваливаться, наверное, по лояльности эти города, но. У меня выбора особого нет. У него тут центр коммерции хотя бы есть. Ай, надо пробовать. Надо пробовать. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.